Привет. У меня к вам просьба завтра в 12 часов сессия в парламенте. Я не знаю, может, вы не все из вас будут поддерживать мою позицию, но надо прийти в парламент и заставить подписать бюджет депутатам Итхэма Удон. Одна двенадцатая из бюджета иду на копеечке. Вот. Так что давайте активируйтесь своих знакомых, друзей, подтяните Рбошет, Юхот, проявим свою гражданскую позицию и скажем им, что это мы. Это мои законы, это они наши избранники, они депутаты Стефана Мохайстудун депутата. Так что, надеюсь, вы придете. Я сама болею, Фаламамо Дагумарвейтон.